Как стать чемпионом? Советы от лучших спортсменов России получили юные самарцы. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита» проходит второй день встреч по всероссийской программе «Олимпийские легенды детям и молодежи России». Сегодня истории своего успеха рассказывали супружеская пара Людмила и Владимир Жигилий и выдающаяся баскетболистка Ирина Сумникова. Олимпийскими чемпионами не рождаются, олимпийскими чемпионами становятся. Поэтому не хотим, чтобы наши дети ошибались, хотим их замотивировать. Поэтому мы рассказываем детям, что наш спорт крутой был, есть и будет. Спорт – это здоровье, что все должны заниматься спортом. Тем более у вас божественный край здесь. Волга, воздух, все. Зимой на лыжах, летом в парке, кроссики. В любом виде спорта, физика – это основное. Встреча прошла при поддержке администрации Самары. Кроме того, что такие встречи имеют познавательную направленность, конечно, большое значение имеет и патриотическое воспитание, потому что победа наших чемпионов – это гордость для всей страны. Они, к примеру, меня научили сейчас то, что надо всегда слушать тренера, делать то, что он нам говорит, потому что в дальнейшем это нам поможет. Кроме бесценного общения были и награды. Благодарности за вклад в развитие физической культуры и массового спорта получили самарские тренеры. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.